пришел? Ты пришел? Не, прикинь, пришел. Ты пришел, да? Чего лайк не поставил? Ну ты же пришел, чего лайк не поставил? А? Да и смотри мне, давай ставь лайк, и мы с тобой начинаем прохождение. Ой, не прохождение нихера, просто посмотрим с тобой на игру. Прохождение сейчас много идет на канале слишком. А? Давай, ставь лайк и поехали. А если еще не подписан, подписочку давай. Йоу, мой дорогой друг, с тобой я, Рамзес, и игрушка под названием Mind Is. Mind, я не знаю, как переводится точно. Minds, причем. Здесь множественное число. Mind. Я не знаю. Is, по-моему, это глаза. Mind Is, я не знаю. Press and to play. Помнишь, мы с тобой как-то играли в игру под названием... Комната 666, по-моему, так и называлась, что-то типа такого. И вот там такое же меню было. Собственно, ух ты, как полетели. Как полетели мы с тобой? Очень быстро и очень далеко. Game developed by Станислав Трущев. По-моему, тот же разработчик, если не ошибаюсь. Пожалуйста, пожалуйста, уберите вот этих людей, которые болеют флешинген лайк. Глайдс, господи. Который, ну, нельзя, чтобы ярко все мигало. Вот это вот все, как оно правильно называется, болезнь, не помню. Пожалуйста, прибавьте громкость для атмосферы. Громкость может быть с помощью... получить экспириенс с помощью громкости, попробовав атмосферу игры. Also. Сука, ну пожалуйста, я пытаюсь перевести, не ломайте мне мою логику, а ну что это за обрывок? Как я должен это читать? Ла-ла-ла-ла. Проснись. Собственно, мы загрузились. Проснись. Вставай, если быть точным. Пожалуйста. Вставай. Какой-то... Когда ты проснешься? Собственно, проснись. Собственно, что хотел тебе сказать. Сейчас пришел сразу же после записи этого... Страшной этой куклы. То есть эта серия, не знаю, когда она выходит для тебя. Собственно, скорее всего, после, потому что та серия прям хороша. Загрузил игру еще 5 января 2021 года. Ой, какое я, бля, мыло. Че по графике? Нельзя. Ладно. Мыло неприятно. А, там же только вначале можно менять. Я просто не знал, сколько у меня здесь будет... Вот тут началось. Я просто не знал, сколько у меня здесь будет FPS. И перестраховался и поставил низкую графику. Можно было бы даже и высокую, потому что сейчас я прям 70-80 FPS вижу спокойно. Че он сказал? Я столько из-за радио ничего не слышу. Ебал, заткни, пожалуйста. Ну зато 60 кадров, смотри-ка. Е интерактировать. Ну это стандартные. F нет, флешлайт. Пиздец, напугал он меня сейчас. Это я где? Я не... Да чё, блядь, происходит? Я что, на космическом корабле или что? Ну да, походу. Ты, блядь, кто? Хи-хи-хи. Ты поимел локайтед. Одно из пяти. Тедди! Вы вообще, блядь, как предлагаете мне зачитать? Мишка используется играть, проигрывать, дип. Я не понимаю, блядь.
Че зашумели-то сразу? Кто сломал полку, блядь? Это книжная полка важнейшая просто. Да вы че, серьезно? Ну, значит, сегодня не читаем. Я вообще с этим ничего не сделаю. Перезапускать игру ради какой-то игры... Ебать, копать. Это мне не надо. Где здесь туалет? Крест. Крест? Вы чё, блядь, серьезно? Тут телек должен стать, вы чё, блядь, всей семьей садитесь и смотрите, блядь, сейф или что? Это здесь должен быть еще включатель. Да. Во, уже не так крипово. Тут у нас чё? Да ты чё, ёпта, делаешь тут? Кто там? Дверь, короче, заблокирована. Тут у нас... Постучите мне. Тут у нас чё? О! А Болт Кукер... Нахуя? Я думаю, не надо. А где унитаз? Унитаз стырили. То есть мы с тобой алкаш, который все пропивает, я так понимаю, да? А что делать надо? Ой, ты, блядь. Я на F разжег спичку. А что происходит? Все само будет? Мне не надо никуда идти. Там, где, знаешь, щиток. Вот он. Все нормально. Кто балуется, суки? О, смотри, шкаф. Don't remember. Не шуми, по-братски, тебя прошу. Это что, сейчас меня так ебать будут? Магия! Бум! Ебать, кто составил так стулья? Крипово, мурашки по коже уже побежали. То есть тоже ничего такой хоррор. Давно не записывал хорроры, бля. Вот Last такого не дает, понимаешь? Вот Last это беготня. Здесь кремаки, бля, такая. Прям такая ересь. Это у нас что? Знаешь, что мне напоминает? Play with me. А где что сломал кто? Спичка у меня без... граничных, хотел сказать. Че я мог подобрать? Вот эту херобору. Ну я не знаю, я хоть в той записке с медведем что-то понял, здесь вообще не понимаю. Какое-то отрицание от тебя идет. Я не понимаю. Че мне, блядь, вот с этим надо сделать? Объясните мне. Я не понимаю. Тут можно открыть. Да нельзя здесь открыть. Спать лечь. Нельзя. Сука, шум, конечно, такой. Ты чё, ебанутый? Я ж там был, там никого не было. I was red. Ебанавнет. Он ебанат. У тебя дома какой-то мудак. Чё он здесь делал, вот объясните мне. Это он-то это плюшками балуется, да? Фу, как противно. Я ж самого оглушил, у меня шуха правая теперь болит. Что вот это произошло сейчас? Ой, да возьми, уебем его. Нет? Вот здесь кто-то обязательно должен пробежать. Ой-ой, я сегодня вообще все свои 9 жизней пропью, походу. Да ёпта, я видел это уже. Сколько мы? 8 минут ходим уже. Чё за скримота-то такая противная? Грохот стоит. Что-то нихера не понимаю. Крест, блядь, я с крестом рядом. Не вздумайте на меня напрыгивать. Что происходит? Вот он хуй, конечно, ага. Блядь, никакого меню нет. Ну спасибо, действительно, нафиг надо. Не понимаю. Я все уже потыкал, походил. С чем синтерактировать, чтобы выключили опять свет и началось что-то? Со стульями? Ты видел? А че он такой высокий? Крипота, бля, пошла. А, какая хорошая крипота. Смотри, что происходит. Вон, все в мурашках. Ну ты не видишь. Ну вот так все в мурашках, понимаешь? Все в мурашках. Вообще не могу. Ой, как хорошо, ой, как хорошо, да, давно такого не было. Я сейчас хоррором начал немножко, блядь, разбери ты эти стулья, заебали, мы что, их обходить будем, ну давай. Ничего не будет.
Ничего не будет. Собственно, я уже как-то проще начал к хоррорам относиться в этом плане, что сейчас нет такого, что я ору в смысле, но я хотя бы двигаюсь. Помнишь 2 года назад, когда я начинал со всем хоррором снимать, да? Помнишь, я сидел в углу? И всем это не понравилось, мне многие сказали: какого хуя ты сидишь в углу? Чё хоть за картина-то была? Замок. Вон, лучше бы тубу обронили куда-нибудь, чтобы я её не видел. А чё ничего не происходит-то? Можно мне скрим? Ни истории никакой, ничего. Разработчик-то, по-моему, тот же, потому что что-то мне как-то кажется так. Может, мне самому свет надо выключить? А я не могу. У меня еще сердце стучит, мне это не нравится. И в жизни, и в игре. Еще долго так будет, нет? Понятно, блядь. Свет, сука, вырубил опять, мудила! Я тебе сейчас пизды дам! Хоть ты выше меня, но я могу. Ага, замечательно. Сука, у меня еще и спички тухнут. Это, конечно, вообще печально. То есть мне нужно найти рычаг теперь. Это, конечно, вообще печаль. Да сука, ты же меня заебешь таким образом. А чё он присел так сильно? Я же не садился. Подпиленные пружины или чё? Ну игра-то хороша. Она прям да. Ну не, на прохождение не тянет. Так, 20 минут поиграем, посмотрим. Где, блядь, рычаг, мудинь? Вообще ни пизды не вижу. Вот прям счастье темноты был бы хороший скример, дайте. Я так-то даже готов почти. Где может быть рычаг? Возле кровати, наверное, да? Как где? Где хуйня это? Надо найти ее, говорит. Очень круто. Это круто, что выключательный подсвечены. Я думаю, это было бы еще лучше, если бы в жизни тоже было бы так, потому что, ну ты же знаешь, что хуйню зайдешь в комнату и ищешь 3000 лет его. Нет, мы не. Я, кстати, сейчас хочу еще кое-какую игру сходить одну. Мы ее уже с тобой видели, я просто хочу сходить посмотреть на нее еще раз. Собственно, вот только в той самой игре, которая называется Fear of Clowns, я не знаю, выйдет ли она, нет. Просто схожу в нее, посмотрю сам для себя, может быть. А может, она вообще не выйдет, я просто сижу и тут говорю. А может, сейчас не пойду, не знаю я. Где, сука, рычаг? Вот тут. Я ж был, блядь, ты что, издеваешься? Что происходит? Крест висит, нормально все. Такая и была? Ой, ебота какая. Все нормально. Не сыкуй, главное. Собственно, да. Что было-то? Про Play With Me. Хочу посмотреть, сходить еще раз на нее. Во-первых, я тогда хотел еще серию по ней записать, но у меня был послабже комп. Сейчас я немножко подкинул других комплектующих. Может быть... Где открыл? А, та дверь, которую мне запрещали заходить-то? Где стуча? Чё, бля? Уху-ху, ну да, блядь. Откуда здесь дверь? Почему я её не видел? Не-не, кажется, это тот же сука разработчик. Потому что что-то вот эта хуйня осталась. Из-за угла... Ну давай, напугай еще раз.
Собственно, а куда мы идем? Куда-то мы идем. Без тебя я не могу, не могу, не могу. Ща как ебану. Попробуй только на меня кто-нибудь... Эй! Че надо? Ух ты, бля. Вот, хочу сходить посмотреть, может мы с тобой запилим вторую часть или даже прохождение Play With Me. Напоминаю, у меня был розыгрыш на нее, но никто не участвовал. Я одинокий пастух, блядь. Че, бля, происходит? Куда я вообще попал? Вот это похоже на Outlast концовку чем-то. Собственно, вот. И мы с тобой... Голова же заболела, что-то произошло сейчас, прям неприятно. Инсульт, наверное. Короче, собственно, посмотрим, может пройдем, может нет. Я не знаю, пойду ли я сейчас туда или нет. Розыгрыш, участвуйте. Меня... Я не знаю, когда. Я буду переигрывать, то есть я хочу это прокомментировать, то есть чтобы не было какого-то кала в мой адрес, что я пропизделся и так далее. Нет, я имею в виду... Press and hold, зажми shift, чтобы бежать. Куда бежать-то, бля? Активируйте три контроллера. Ебануться, ты нихуя нормальный такой, да, спортсмен? Я не буду проходить эту хуйню, не-не-не, даже не просите, я дождусь, когда он меня найдет, и все. Смотри, я сейчас иду в Play With Me. А, и все? Да не хочу я бегать, отстаньте от меня. Оно неинтересно, я вон сейчас в Outlast могу пойти побегать. Собственно, всем спасибо за просмотр, не забудьте поставить лайк, подписаться на канал. Я сейчас пошел записывать Play With Me. Посмотрим еще раз на нее, просто посмотрим, скорее всего прохождения не будет. И всем спасибо за просмотр и пока-пока.